мужик, конечно. Вот. Нормальный прыжочек. Ну, нормально. Примерно в те слово же нормально, правильно. Подскок это дорогой, в смысле для сбавки. Ну, 3 десятых обязательно. Вот. Теперь вот они сейчас будут колдовать. Чего же мы прыгнем-то? Как нам сделать второй-то, чтобы посеку обойти? Ну, на 5,6 там или 5,8 тяжело. Но все-таки должно же нам улыбнуться. Ситуация должна улыбнуться. Ну. Не, ну, вот давайте Маша сейчас. Смотрите, как четко она делает эти вращения. Отошла. Раз, два и пол. Поворота и прыг-скок. Вот этот хороший прыжок на метр стоит, да. Но зато направление она не отклонилась. Да. От направления. Это правда. И фаза полета, надо говорить, у нее лучшая фаза полета из всех, кто сейчас выполняет опорную. Даже лучше Макарьянки, которая сама тоже прыгает, будьте любезны. Да, да. Будьте любезны. 15,9. 15,9. 16 баллов, да. Просто она безукоризненно вращение выполняет. Просто никуда не денешься от этого. Но у нее значительно дешевле второй прыжок. 5,6. Значит, два винта, мне думается, ей будет тесно, и она потеряет равновесие в этом. Потому что для нее это слишком ерундовый прыжок. А, нет, она другой прыгала. И очень прилично. И очень прилично. По исполнению, милые зрители. Вот они, тут очень трудно в этой кухне разобраться, но я просто так коротко скажу. Этот прыжок был по цене подешевле, полегче стал быть. Существенно. Но исполнительского мастерства ей было достаточно для того, чтобы получить высокую оценку. Так, ну и сейчас Дима, давай смотри, у тебя компьютер быстрее открывает. И чтобы... Хватит морщин за них нарабатывать. Ну да, простенький прыжок, хорошо исполненный. Ну, хорошо исполнен, да. Вопрос, она, нет. Так бы сказала я, максимум выжила из этого прыжка. Да, кстати, вот очень правильная мысль, Лидия говорила. То, что если ты делаешь простые прыжки, надо делать примерно вот техникой хорошей. Примерно вот так и никак иначе. Да-да. Ничего не хочу сказать. Хорошо сделала. Оба прыжка хорошо сделала. Оба хорошо. Ну, давай вторую оценку смотреть. У нее первая-то была... Сейчас вы же понимаете, что на судьи-то давит, а? Все давит. Все давит. Слушай, ну тут еще и исполнение было. Па-па-па-па-па-па. Посмотрите, ей ставить. Достаточно 15. Нет, она не выиграла. Она не выиграла. Так, что ей поставили? Она третья. Даже? Так, 9,583 и 15,541 сумма. Она проиграла и Маша Посетик, и Кореянке. Прекрасно. И сейчас единственное.